Ну, зараз собі став серцевий напад, стан дуже тяжкий і загрозливий. Що скажуть лікарі після цього, ми не знаємо. Те, що зараз стався серцевий напад, воно пов'язане з тим, що починаючи з тої п'ятниці, щодня у Володі йдуть обшуки, і при тому, що обшуки йдуть і зранку, і ввечері, і вночі, тобто людину доводять до психічного зриву. Винен цьому начальник Сімферопольської СІЗО Бережний. Сьогодні судом була продлена міра пресечення в виде содержання по стражі для Володимира Балуха. Можете прокоментувати, наскільки було це рішення обосновано? С точки зрения закона, соответственно, суд может поставить вопрос в случае, если заканчивается ранее избранное мера пресечения, о ее продлении. Соответственно, сторона защиты возражала, мотивируя это состоянием здоровья как Балуха, так и его престарелой матери, Балуха Натальи Владимировны, которая не может самостоятельно за собой ухаживать. Кроме того, в ходе сегодняшнего судебного заседания Балуху стало плохо, как он пояснил, ему его состояние здоровья ухудшилось. На протяжении нескольких дней он испытывает сильные боли в области груди, в области сердца, а также постоянную тошноту и головные боли. Таким образом, защита ссылалась на то, что ему необходимо обследование и медицинское лечение, назначение адекватной терапии. Однако суд не согласился с мнением защиты в связи с тем, что Балуху ранее уже была избрана мера пресечения в виде заключения по страже. В настоящее время основания не изменились и не отпали. Кроме того, в отношении него вынесен обвинительный приговор, ему назначено наказание в виде 3 лет и 4 месяцев лишения свободы. Таким образом, для того, чтобы для соблюдения этапа, для того, чтобы его этапировать от места отбывания наказания в колонию поселения, ему не может быть избрана иная, более мягкая мера пресечения. Собственно, сегодня Владимир будет этапирован обратно в следственный изолятор, и следующее судебное заседание состоится 22 июня, где Владимир Балух будет давать показания в судебном заседании. Thank you.